Это снова футбольные игрища, и сегодня мы будем повторять гол 2006 года, как он был далек. Фернандо Ковинаги, гол ворота Ростова. И передача в расчете на рывок. Ковинаги на исполнении удар, ну это просто потрясающе. Примерно отсюда, примерно с центра поля. Давайте посмотрим, что из этого получится и насколько сегодня наши подопечные справятся с этим заданием. Это наш вратарь. Сегодня он на воротах, и парни будут пытаться ему закинуть за шиворот. Все, лови. Ну! Немного не в те, но ладно, сойдет. Что-то пока не получается, да? Конечно, не получается. Я же тебе говорю, мяч не накачанный. Я не играю на команде. Вратари хороши. И ноги кривые, да, наверное? Ну что сейчас сделаем? Он тащил как дикий. А за сейвы есть баллы? Очень легко. Главное строить из себя дурачка, чтобы остальные расслабились, и потом все получится. Хорошо. Тебе как тяжело? Отлично. 3 из 3, все мимо. Слушайте, я вот за камерой. Такой Максим и говорит. Что-то выпуск у нас тухлый. Голов нету. Ты посмотри, какой ты гол выбрал, блядь. А потом говори уже. Погнали нам. Это издевательство. О! Это самая близкая попытка пока. Никто из них даже близко в створ не попал. Даже близко к створу не было. Это... Нет, 2 удара в створ и 1 гол в маленькие ворота. В маленькие, это не в большие вот эти огромные, а в маленькие. Алло! Алло, блядь! Ждем от тебя красивых вещей. Давай. Но не в футболе. Че, это правда тяжело, что ли? Да. Ну, в смысле, мяч, во-первых, легкий. Его, в принципе, сложно направить. Но если бы у нас был мяч селик, или нормальный человеческий мяч за больше, чем 500 рублей, тогда бы он, возможно, полетел в створ. Ты просто видишь, ты больной притворяешься, что у тебя нога болит. И поэтому ты не можешь сам попробовать. Так бы сразу понял, в чем ход лежит. Вот человек тоже попал в ворота. Никто! Никто, ни один не смог повторить, господи, ну. В жопу, Ковинаги, в жопу. Это максимально печальный выпуск без единого гола. Именно поэтому он выходит в четверг, а не в понедельник. Чтобы никто не видел. Да, зачем на это смотреть? С вами были футбольные игрища. Like Ball Games, подписка, лайк. Автомен, тука гуати целия град. Той ги дига, и ги зваля. И за Эквас. Is a war, lads.